Такого момента интересного. В прошлом стриме там мне дружище подсказал, что надо сделать то-то, то-то, пятое, десятое, чтобы оперативка заработала. Лучше число, количество ядер, количество процессоров, там все это, блядь. Все это полная хуйня оказалась, извините за мое выражение. Вот. А дело было в чем? Дело было в том, что наша дырявая винда номер 11, она может не дырявая, но слабый компьютер и так далее, 5-10. Оказалось в том, что когда компьютер запускается, при запуске у него открывается дохрена всяких фоновых приложений. Дохрена, вот просто куча. Куча. Что, знаете, у меня из 8 гигов, из 7 гигов оперативки было занято 5,5. Это при загрузке компьютера. Я не считаю еще того, что мы запускали OBS Studio, запускали этот ютубовский стрим там, музыку хуюзыку, игры 5-10. Понимаете, в чем суть дела? В том, что грёбаный, блядь, ноутбук вот мой, он мощный, он тянет хорошо. Ну, не мой супругин, да. Он тянет все эти дела, все замечательно, все хорошо, все идеально. Но при запуске вот эта вот дырявая тема, вот сейчас у меня используется 3,7 гига, доступно 3,9, ну, то бишь 4 гига. Что я хочу сейчас сделать? Попробовать... А, кстати, хотел с ТикТока свое, TikTok Live Studio открыть, да, приложение. Бля, гик оно занимает. Гик оперативы, сука, приложение для стрима ТикТока. Я не знаю, надо все пихать. Вот у меня использование памяти 7,7. В общем, 8, да? Сейчас доступно 4 гигабайта. 3,7 используется. У меня 4 гига оперативы свободны. У меня было здесь, там один с копейками... А все остальное занято. Погнали эпоху империи. Охуительно. Я вот это даже приложение я снес. Я молодец, блядь. Иксбоксы, блядь. Нахуй они мне нужны, эти иксбоксы. То есть ничего работать не будет, да? Какого нахуя вот эти всякие иксбоксы? Блядь, вот я сейчас помню, да, вот у нас раньше какие... Этот... были вообще игры. Ну-ка, что, у меня Warcraft не запустишь, что ли? Что-то я Майнкрафт не вижу. А, вот он. Ну-ка. Warcraft запускает. Вроде бы как. При этом, ну-ка. Вот поэтому Warcraft и не жрет ни хрена. 4,2 гига всего доступно, 3,5. Так, ладно. Выход. 3,9, да? 3,9 используется. Ага. Здесь, наверное, у нас где-то еще что-то осталось. Вот Google Chrome, да, использует 560 мегабайт. Вот смотрите, сколько ссылок открыто, да? По факту одна. Вот он, по идее, он тоже жрет до хрена памяти. Почему? Потому что вот тут, вот тут, вот там, вот здесь. Всякая хуйня открывается. Он не открывает конкретно вот стрим и все. Он открывает тысячу всяких этих. Тысячу всякого дерьма, короче.
И то я уже поубирал, тут много этих всяких штук туда-сюда. И вот, что плохо, если я сейчас OBS оставлю в работе, но закрою вот эту страницу, у меня потухнет полностью стрим с YouTube. Правильно? Правильно. То есть сейчас у меня вон, блядь, вот нахрена столько вот чего там открылось. Я вот в душе не понимаю. 4 гига сейчас занимает у меня. 3,7 свободных. Вот на 3,7 гига я не знаю, какая игра. Короче, что я сделал? Вот через вот это приложение. Вот через вот это приложение зашел в приложение Windows и удалил нахуй все ненужное. Вот и все. Почему у меня через какие-то... Примерно вот так это будет выглядеть. Он там сканирует, ищет исходный. Здесь большой плюс этих удалений в том, что они удаляют вместе с реестром. Но большой плюс, что вот так через создание точки восстановления системы, пятое, десятое, это делается. Хотя можно удалить по-другому. Потом мы сканируем. Он выводит все вот эти вот Чуваки, так сказать, которые у нас имеются. Вот они. Выбрать все и удалить. То есть с реестра удалится все. Что, ну, к чему это, короче, темка-то приходила. Короче, я не помню, у меня было очень много игр. Так, наверное, надо все-таки музычку какую-то нам подрубить, да? Подрубим музычку и шпарим. Сейчас это приложение закрыть надо. Вот это вот поднапряглось, да? Вот смотрите. Музыку врубил, блин. Копейки добавились. Ладно. В общем, сейчас подотключу немного трансляцию. Сейчас, ребятушки, сейчас, мои хорошие. Гарвард Бизнес, тра-та-та, книги.
Сейчас все будет. Сейчас все будет. Потерпите, ребятушки. Хочу поискать этот. Я вот не помню, может тропика попробовать, блядь. Третий. Рубануть, я вот чуть не помню, мы там. Стройка, не стройка, люди, не люди. Так, надо еще же, елки-палки, в свой ТикТок врубить-то. С телефона. Людям же делать нехуя сейчас на работе, там этот. Они сидят там в ТикТоке, залипают. Человек, который сильно пьян. Сейчас я это говно выключу. Не нужно. Сейчас его пальнем. Стримчанский. Убираем. Сделай сам. Обучение. Образование. Чат интервью. Вон, давай. Чат интервью. Все, погнали. Наших городских. Ну, вроде видать. Будет падать, ничего страшного. Я могу еще вот так вот чуть вперед наклонить. О, тут же есть такая еще тема. Выше можно приподнять. Это весь максимум. Всем доброго дня, ребятушки. Шпарим, настраиваем, пытаемся скачивать тут. Кому интересно, ссылка в описании. Заходим на YouTube, подписываемся. Буду благодарен. Ждем, жмем лайкосики. Вот я не понимаю, блядь, я вбил на 4 гига оперативки, блядь, дайте мне игру, да, он мне берет
стратегии для слабых ПК. 4 гига это что теперь? А Трепья вообще у меня 8 гигов. Ну, я просто вбил 4, чтобы, ну, как бы, там нормально все было. Ну, мне начинает здесь стартер крутить. Слабые, не слабые. Сказки, блядь, придумываю здесь. Ой, чё, эпоху империи, давайте поищем. Что за дерьмо? Как вот это вот? Кто разблокирует эти? Ага, правильно. Так, ладно, с этим будем потом разбираться. Давайте посмотрим. Что у нас? Ладно, сейчас пойдем снова этот на Warcraft покорять, как говорится. Все это дело. Все эти делишечки. Как говорится, Warcraft дышит, Warcraft рулит. Эту хрень можно закрыть вроде бы как. Как этот, блять, настроить момент? Так, поставим всех сильными. Кроме вот плети, я единственное плеть не успеваю, чтобы он был сильный игрок. Карта открыта, поехали. Лупанем сейчас. Ребят, тапайте по монитору, жмите лайкосы. Буду очень благодарен. Также там ссылка в этом есть, в шапке в ТикТоке. Кто на Ютубе, ВК Плей, на Твиче, шапка есть. Там в описании. Ну, Ютуба имеется в виду. Ютуб проваливайтесь, там все это дело есть. Бодаемся, побойгуемся, чё.
чуваков этих. Блин, на улице погода такая. Как бы интернет не хрюкнуло снова. То я знаю наши эти приколы билайновские. Я иду. Я тоже. Им конец. Ага. Давай, пошевеливайся. Ух. Так, что я хотел? Давай, ну, метнемся, повоюем. Суки. Погиб герой наших союзников. Орудие к бою. Мы уже идем. Лови ядро. Так, ну нам надо 5 косарей, чтобы набить этот пиздец. Положили меня как черта с лопатой. Давай быстрее. Thank you.
хватает маны. Хороший ход. Истинно так. Ты можешь быстрее? Иду, иду. Наших союзников. Погиб герой наших союзников. Ребят, тапайте по монитору, по дисплею телефона, кто в сети, кто в онлайне, буду благодарен. Лайкосика. Продажу сниматься быстрее. Я иду. Я тоже. Мы уже идем. Выходим.
цель? Выходит. Можешь быстрее? Сволочь, завалил меня, блин. Догнал, добежал. Надо 2500 на темп стрельбы, да? Я иду. Я тоже. Выходим. Ты можешь быстрее? Иду, иду. Погиб герой наших союзников. Я иду. Я тоже. Мы уже идем. Хороший ход. Истинно так. Можешь быстрее? На, надо с темпом стрельбы что-то решать. Мы уже идем. Эй, ты, лови. Выходим. Хороший ход. Истинно так. Все здесь, всех тут идем. Надо ловить. Хороший ход. Истинно так. Выходим. Я иду. Я тоже. Выходим. Хороший ход. Истинно так. Тихо отдуваемся, да? Из-за каких жалоб я должен заблокировать эфир? Заблокируйте мне, ой, остановите эфир, заблокируйте мне его. Никаких предупреждений, ничего не даете в ТикТоке, вообще не поймешь вас. Наш герой погиб.
печально. Юрич, привет. Не, в эфире у меня показывают то 3, то 5, то 10 человек. Оно быстро. Ну, подписчиков-то у меня много очень. И здесь, скорее всего, вот эти фейковые страницы, якобы администрация ТикТока. Вчера, блин, я почти 2 часа стримил. А, часы-то идут, это же, ну, сам понимаешь, к чему. А, и получается ситуация, что берут, сбивают специально, чтобы в топы я не вышел. В топы я выхожу, у меня уже рейтинг сначала по стране, потом по СНГ, как я понимаю, и так далее, и так далее. А здесь вот эти боты что-то делают, там, видимо, проплаченные они или какие, не знаю. Короче, вот такая печаль вся. Короче, ерундой занимаюсь. Ну что ж, приказывайте. Здравия желаю. Пошевеливайся. А, выкинула, Юрич. Не, я говорю, что здесь кто-то. Кега, привет, а что так рано? Привет. Не знаю, нормально, как обычно. А, Юрич, здесь такая тема, что, говорю, это либо проплаченные, либо фейковые страницы, не знаю. Чтобы сбить рейтинг мне. Мы уже идем. А, Филин, здравствуй, здравствуй, друг. Да, это-то, я вчера в этом был. Много дел, блин, вечером пришел, глазное давление вообще не до этого было. Уже в 10 часов вечера спать лег. Ты можешь быстрее? Иду, иду. Выходим. Нашел я Филин, почему у меня зависал компьютер. В чем проблема, почему с 8 гигами оперативки, блин, при запуске Windows, при запуске компьютера у меня уже был этот почти 6 гигабайт съедало. Кажется, вот эти приложения, которые натыканы Windows 11, они бесполезные вообще, они из-за этого. Так, в фоновом режиме где-то ты, допустим, закрыл одну программу, потом вторую, и этот. И они у тебя, получается, в фоновом работают, а оперативку жрут. И, короче, бесполезная тема. Ну и вот по просторам интернета полазил, пошукал. Оказывается, там, ну, о, подарок мне. О, спасибо. Круто, спасибо, ребят. Еще потапайте по экрану для лайкосиков, буду благодарен, блин, спасибо. ТикТок администрация отправил подарок Розу. Спасибо, спасибо. Спасибо, Розы, это хорошо. Ну уж надо почитать, что они значат. Так вот, получается,
И было очень много приложений, и в итоге я здесь поудалял вот эти программы ненужные, которые при запуске компьютера, и, ну, этот, и переходят в фоновый режим и занимают память. И на запуске уже 2-2.5 было. Этот. Тут пишут, отвлекаюсь, извиняюсь. В общем, не знаю, все равно, как я цель поставил себе на игровой компьютер, это вот, собирать денежные средства для себя. Кстати, в шапке ТикТока есть этот у меня, YouTube канал мой. Можете подписываться там и донат в описании, и Twitch, и VK Play Live, все платформы, где у меня сейчас идет трансляция. Единственная заморочка, хотел сейчас Live Studio TikTok постримить. Запустил эту студию, и получается, она жрет оперативки целый гигабайт. Я не знаю, есть ли смысл запускать вообще ее, ну, чтобы зависало все или как. Ну, тут тоже вопрос очень открытый. Нужно хорошо обдумать. Юрич, спасибо. Спасибо за подарок. Спасибо большое. Я вот честно, я не знаю, что розы там, под эти, что там, от всего сердца подарки. Я вот честно не знаю, как там это, все это что-то делать. Я даже читал, говорю, какая-то монетизация есть, там реклама и так далее. Что как вот, ну не углублялся. Надо будет посмотреть. Спасибо, ребят. Орудие к бою. Наш герой прям смотри, со всех сторон на этого напали, на моего. Все, сейчас грохнут, точно. Что вот этот уже 25 уровень, и все. А, ребят, кто в эфире, в ТикТоке, тем более, тапайте по экрану. Ой, косики. Чем больше, тем лучше. Буду благодарен. Ну, тогда, помню, присел, пальчик потренировал. Там, по-моему, до 100 разрешается. Ну, быстро. Тык-тык-тык-тык-тык. Думаю, ничего себе. Спасибо большое. Истинно так. Можешь быстрее?
ничего себе, у меня какой-то там этап, мне нужно вот этих сердец, что ли, да, там сколько-то штук, определенное количество. У меня сейчас уже 50, да, надо 200. Спасибо, ребят, спасибо. Ребят, спасибо за приглашение в прямой эфир, пока нет. Что-то в этой каточке я слабенько, прям так сильно слабенько отработал. Это очень печально, то, что вот он подошел уже 25 уровень, и все, а я просто ничего ему не могу сделать, да? Это все они сейчас нашу эту разнесут, блин. И наши где-то ходят там, не пойми где. Это оно вам, блядь, надо здесь. Здесь тоже как-то, блин, тупо все сделано, что кому-то надо, кому-то не надо. Кто-то делает. DF770, спасибо за приглашение, но пока нет. И главное, эти-то между собой не бьются. Эльфы, не эльфы там. Вот, куда вот этот полетел, идиот. До щита Вавилона, блин. Можешь быстрее? 8000 осталось. Да, не успеем мы, наверное, здесь сохранить всех. Замок и так далее. Они сейчас сюда толпой прям. Они же, сука, как шакалы бегут.
надо оставаться здесь. Блин, мне чуть-чуть не хватает 3000 до щита Авалона. Не постримил, бах, все тухнет. Это нормальные вещи? Нет, это не нормальные вещи, потому что вот им звонишь потом, а они что в ответ говорят: а вы этот переключите из розетки, а потом назад, ну этот роутер выключите из розетки, а потом назад включить. Все, решение проблемы. Я уже на 5 герц, гигагерц этот поставил, там роутер, там доплачиваю уже, бог с ним. В день по 2 раза вот так может. Просто пропадает, ты сидишь, стримишь, смотришь, неважно, учишься, что-то делаешь. Я им звоню, говорю: вот, ребят, я, блядь, деньги отдал, да, за обучение. Да, там, MBS, Moscow Business School. Я говорю, я отдал деньги, да, за курс. У меня потух интернет, и вы ничего не можете сделать. И все на этом. И они тебе не возмещают ущерб, ничего. Им просто, блядь, насрать. А вот когда ты не оплатил, они тебе своевременно отключают интернет и говорят: ну, братан, ну ты же не заплатил. И как вот это, я говорю, вот, знаете, да, у меня в голове просто эта хрень не укладывается. Как можно, блядь, подавать вот эту говняную услугу, да, в виде Билайн интернета? Это кабель у меня. Вот сейчас это все бы это было с кабеля. Вот я могу показать. Вот он у меня подключен. Вот он. Вот он, кабель у меня. И он просто вот, ты стримишь, ты смотришь, ты что-то делаешь. Он просто тухнет. Вот я вам сейчас показал в OBS студии. Он просто потух и все. Помимо того, что в самом стриме качество дерьмо, да? А на Ютубе, там, на этом, ВК Плей еще нормально. Платформа. А, ты не можешь в высоком качестве стримить. И у тебя скорости даже 100 мегабит нету. В секунду. И они пишут: Билайн интернет, скорость до 100. До 100. Вот, прошу обратить внимание. До. То есть это от 0 до 100 мегабит в секунду. Правильно же я понимаю? То есть она может быть 20, 30, 40. И нам вот это Билайн интернет, эта фирма Билайн, да, интернет дома, они впихивают нам это дерьмо. А когда ты звонишь и с них требуешь: эй, дружище, а почему у тебя интернет говно? Почему ты такую услугу предоставляешь? Они начинают плыть как говно по течению. И никто не может мне дать ответ, кроме того, как мне нужно выдрать с розетки роутер, перезагрузить якобы. И они что-то там натыркают в это время. Ну, такое волшебное, типа порешали. Или вот эта барышня, случай был курьезный. Ну, здравствуйте, здравствуйте, туда-сюда. Я говорю: вот вы диспетчер, да, диспетчер. Чем я могу вам помочь? Она задает вопрос. Я говорю: у меня интернет не работает. Да вы что? Сходите, дерните этот роутер туда-сюда. Я говорю, я дергал уже не по это. А, ну все, я тогда вашу заявку передам. И на этом все. Я говорю: а ребята, ничего, что там у меня денежные средства погорели, 5-10? Нет. Ну, для них это нет, как бы это нормально. Ну, просто это нормально и все. Ну, мы понимаем вас, и мы приносим вам свои эти извинения за неудобства. И все. Я говорю: а вы что-то другое можете там сказать? Ну, хотя бы, чтобы как-то это более вразумительнее звучало, как-то более
интереснее, отважнее, что ли, с вашей стороны. Нет, сука, она сидит, овощ, блядь. Я говорю, у нас людей берут, которые они даже не могут, блядь, с клиентами работать. Они сидят, вот им дали этот, как там написано, готовый образец, что нужно впаривать человеку в уши. А если у вас, извините, на три буквы посылает клиент уже, да, потому что он уже устал от вашего бардака, который у вас творится в фирме. Вы должны говорить, мы хорошо вас понимаем, приносим свои извинения и так далее, и так далее. То есть вот эта вот вся дерьмовая ситуация, да, вот и везде так. И везде постоянно. Пошел лекарство брать в поликлинике. Перед Новым годом это. А, от этой, от астмы. Ладно, захожу, здрасте, здрасте, это, а лекарств нету. Это они мне заявляют, эти лопаты, которые сидят там. А лекарств нету, говорят мне. Ладно, я пошел в этот, тут у нас облздрав, там узнал. У начальника отдела их, у начальницы отдела узнал, которая там весь бардак развела. Это вот ЖД-больница города Кокшетау. И вы представляете, бах, бляха-муха, а на следующий день мне уже: Александр, будьте добры, заберите свои лекарства. Вот. Я пошел и забрал свои лекарства. И о чем это говорит? О том, что это бардак. Бардак в интернете, бардак в медицине, бардак там, бардак здесь. Везде бардак. И вот это вот самое, то, что вот эти лопаты, которые там ходят в пиджачках, там, да, прифраеренные. Когда начинаешь им существенные вопросы задавать, да, они вот так. Они не знают, что сказать, либо они это сразу начинают путем агрессии пытаться подавить. Либо эти лопаты просто начинают мычать или звать кого-то, который хоть чуть-чуть может это ответить, да, вразумительно. Но бич нашей страны, да, читали новый бич? Это высокомотивированные, низкоквалифицированные люди. То есть у нас, кто сидит, как правило, у руководящих должностей? Очень маленький процент людей, который прошел, как говорится, и Крым, и Рым, и огонь, и воду, и медные трубы, да? Как правило, это чей-то сынок, брат, сват, племянник, который кроме одного места и ложки ничего в жизни не держал, да? Мебель. Просто мебель. Вот. И это, знаете, это повсюду. Вот у меня приходят, да, студенты на производство. Да у меня дядя. Да у меня тот, да у меня. А я говорю, а ты сам-то чё это, ну, вообще в жизни? Кто ты есть? Вот. Приходят, уходят потом такие. Да все, я там в Астане, там у дяди бизнес. Вот полгода прошло, возвращается, говорю, а где твой дядя с твоим бизнесом? Да я вот здесь для опыта сейчас хочу поработать. То есть человек приходит с такими словами, что он сейчас здесь просто поприсутствует на работе ради стажа. Понятное дело, что он не будет ни обучаться, ничего не делать. Он будет просто овощем ходить. Он будет получать зарплату за то, что он приходит на работу, да, это везде, это повсюду, да. И потом он уволится и скажет: вы лохи, вы оставайтесь здесь работать, а я пошел к дяде. Че я буду на чужого дядю работать? Я буду работать на себя. Вот. Таких вот у меня тут здесь за филармонией есть кусты, где с собакой гуляю, да, там такая площадь определенная, да, для маргиналов я ее называю. Вот эти люди потом вон там оказываются. И у них всегда кто-то будет виноват, кто-то им там, ну, во всем, короче. Но по факту эти люди, да, они привыкли, да,
Либо они до 50 лет у мамки на сиськи болтаются, да? Что-то, что-то, она его там на работу будет в 50 лет, чтобы он, не дай бог, не проспал. А он там с будунища лежит, да? Не может шар продрать, потому что он привык. И чуть что, мамочка, мамочка, да? Вот, то есть я говорю, это очень такая большая проблема, я понимаю. Ну, беседуя с ребятами, которые живут там, на других странах СНГ, да? Они говорят, это везде так. Никто не хочет работать, никто не хочет чем-либо заниматься, да, там. Здесь такая еще ситуация. Недавно посмотрел Игоря Стечкина, это тоже мне вот понравилось. Вот. Вот это вот люди, почему раньше сбивались в стаи, да? Почему? Ну, аборигены там и так далее, да, там. Те бронзовые эти эры, эпохи или еще какие, палеолиты и так далее. Но в итоге, да, вот эти друзья-товарищи, они сбивались в стаю, чтобы не сдохнуть с голода. Вот. Здравствуйте, из-за многочисленных жалоб вам придется. Да-да, хорошо. Ага. Так вот, эти люди взбивались в стаи, чтобы не помереть с голоду, там, чтобы их дикие животные не загрызли и так далее, да? А сейчас пошло общество в такой раскол, что каждый сам за себя. Так вот, скоро это общество перестанет существовать, потому что все, каждый сам за себя, и эта ситуация уже, ну, вы понимаете, да, к чему ведет. Короче, дело пахнет писюнами. И пока люди не начнут там уважать друг друга и так далее. Вот, кстати, там же у него сказано также еще, ну, там, учебник по логике. Бляха, я кое-как, да, на просторах интернета этот учебник по логике существует, есть все. Я сейчас начал... Но это средняя школа. Учебник для средней школы. Вы понимаете, это раньше учили в средней школе. Просто, ну там, начинаю я читать. Вот, если вы видите, из трубы идет дым, соответственно, это топится печь. Вы понимаете этот, блядь, процесс горения? Сечете, о чем я, да? То есть логика, мышление и так далее, да? Вот, то есть причинно-следственные связи какие-то и так далее, чтобы там понять, как работает двигатель, ну, электродвигатель. Мы его разбираем, мы смотрим внутри, у нас там то-то-то, пятое-десятое, оттуда мы можем связать, что может произойти, когда он перестает работать элементарно. Вы знаете, мне такое ощущение, мы очень много кто это все просто... Теряем. У нас мы потеряли, мы все просрали, у нас этого нету. Сейчас, чтобы обучиться какой-то науке, как логика, да, надо там пойти в институт или в университет, оттарабанить 5 лет, заплатить херову тучу денег. В итоге-то это школьная программа. Школьная программа. Так вот, вчера иду по рынку. И вот у нас в городе Кокшетау есть, когда ты на рынок заходишь, я его блошиный рынок так называю, и там вот торгуют всякими этими, как его, книжками. Книжки всякие там, бобильники, мобильники и так далее, да, то есть эпохи СССР, ушедшее все. Я мужичку подхожу, слушай, говорю, дядя, а дай, пожалуйста, книжку. Логика, советский учебник по логике, там, 59-го года, да, по-моему, сколько моей матери, столько этой книжки. Он говорит, ты знаешь, у нас нету. Я так расстроился, я говорю, ну, может, по рынку где-то пошукать, где-то что-то будет и так далее. Вот, нет, нету туда-сюда. Вот вчера, и здесь же мужичок один такой, казахской национальности, нормальный дядька такой, прям это... Поворачивает, говорит, слушай, а на кой хрен тебе этот учебник? Сейчас же такого нету. Ты же понимаешь, что логика
которая была раньше, не совпадает сейчас. Я говорю, о том-то и дело, что я ищу учебник по этой логике, чтобы понять, что сейчас мы утратили по сравнению с прошлым временем. Все начинают там, туда-сюда. Я дядьке объясняю на простом примере. Раньше кто-то тонет, человек не смотрит на свою жизнь, он бежит, да, и... Бежит, спасает, да, там, сам погибает, товарища выручает, да, так сказать. А сейчас достанет телефон и все. Так вот, мы там пообщались туда-сюда, он говорит, нифига, молодец, руку жмет и говорит, ты знаешь, я работал в Советском Союзе по званиям полковника ГРУ. Ну, или там, как-то он там, ну, я понял так, что, короче, он госслужащий был. А я смотрю, у него и манера общения, и тык-тык-тык, и вот это вот все. Чухается, что дядька непростой, да, так скажем, нормально так. И вот он мне говорит, блин, ну молодец, говорит, ты знаешь, я сейчас смотрю в последнее время, людей думающих своей головой очень мало. Я говорю, ну, отец, тут такая вот тема. То есть, вот, пожалуйста, один из примеров, да, того... что у нас есть, где-то оно у меня было, надо будет поискать, посмотреть, я не знаю, телега моя откроется, нет, я бы точно откроется, сейчас, ребят, секунду, сейчас я найду это видео, оно там часок где-то идет, но сам факт, что оно есть. Так, я папе, да, его высылал вчера. Папе тоже много. Папе номер не будем светить. Вот эту тему. Сейчас я включу, я не знаю, пропустит ли у меня этот. Вот он, универсальный ключ к пониманию происходящего. Ребята, я сейчас музыку даже выключу ради этого дела. Оставлю стрим по Ютубу и все. Это Игорь Стечкин, здравствуйте. Это учебники советского сверхгосударства. Дело в том, что социальная эволюция человечества, она пошла не по пути сверхчеловека, как думал Ницше, а по пути сверхгосударства, как это организовал Иосиф Сталин. Зачем нужны эти учебники? Они... Во-первых, учебник психологии нужен для развития самосознания, чтобы понимать, что из себя представляет нервная система, как она реагирует, как там нервная ткань возбуждается и так далее. Второй учебник – это логика. Логика нужна для того, чтобы иметь возможность мыслить самостоятельно. Вот сегодня мы это и обсудим. Значит, идем по порядку. Гормональный кнут и пряник. Всякое живое существо мечется между двух огней, между гормонами стресса и гормонами счастья. Нечто угрожающее геному, оно провоцирует приливы гормона стресса. Нечто благоприятное для генома провоцирует прилив гормона счастья. Вот это и есть суть инстинктивно-гормонального управления поведением. Идем дальше. Сигнальная система. У всякого живого существа есть сигнальная система. Она необходима для выживания, потому что окружающий мир, он может непрерывно меняться. Если живое существо хочет выжить, сохранить геном, а оно хочет, то ему нужно собирать сигналы из окружающего мира и потом еще их перерабатывать. Вот для этого нужна сигнальная система. Она опирается на 5 основных органов чувств. Это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Они собирают сигналы из окружающего мира. Образы часто встречающихся объектов хранятся в сигнальной системе. Вот сигнальная система человека, она почти на 70% опирается на зрение. Остальные 30% делят между собой остальные органы чувств. Но это первая сигнальная система. Она есть и у человека, и у животного. А у человека есть вдобавок еще вторая сигнальная система, у животных ее нет. Что такое вторая сигнальная система? Она является сверхсистемой над первой. Она способна брать визуальные, примитивные визуальные образы, знаки из первой сигнальной системы
составлять их в слова и еще давать им интерпретацию. Великий ученый Павлов определял сущность второй сигнальной системы как слово слышимое и видимое. То есть слова являются сигналами сигналов, метасигналами, сигналами более высокого уровня. Вот, из-за того, что у человека есть вторая сигнальная система, появляется дополнительный фильтр. Первая сигнальная система, она сигнализирует о том, что какой-то объект есть, а вторая сигнальная система дает ему интерпретацию. Это чем-то напоминает фильтры в Инстаграм. То есть есть вот картинка, а есть отфильтрованная картинка. Вот это очень похоже. Она выглядит иначе. В видеопродукции это называется цветокоррекция. Есть такой фильм «Амели» про придурочную француженку. Вот режиссер этого фильма Жан-Пьер Жоне, он во всех своих фильмах делает цветокоррекцию. Он говорит, что цветокоррекция, она делает картинку как такой сказочной и поэтому более привлекательной. Также есть фильм «Области тьмы». Если кто смотрел, вот там герой Брэдли Купера, он когда живет бедно, картинка такая ненасыщенная, серая, стылая, тусклая. Когда он начинает принимать психоактивное вещество, картинка становится насыщенная, такая яркая, сочная. Вот это очень похоже на работу обеих сигнальных систем у человека. В США полицейский, когда хватает подозреваемого, он должен зачитать ему права. И подозреваемый два раза расписывается. Первый раз он расписывается, что ему зачитали права, а второй раз он расписывается за то, что он зачитанные права понял. То есть вот эта работа как раз по двум сигнальным системам. Нечто подобное было с Wikileaks. Wikileaks стартовал в 2006 году. Еще никаких материалов не было опубликовано, а газета Washington Post и журнал Time, они уже выпустили статьи на тему, как понимать Wikileaks, что это такое. То есть, понимаете, есть объект, а есть интерпретация объекта. Я сейчас зачитаю то, что было написано в журнале Time насчет Wikileaks, который еще ничего не опубликовал. К марту месяцу в рамках этого нового смелого коллективного эксперимента, связанного с утечкой информации, в режиме онлайн будет доступно более миллиона правительственных и корпоративных документов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и бывшего Советского Блока. Если, конечно, вы не сторонник многочисленных теорий заговора, намекающих на то, что Wikileaks служит прикрытием для ЦРУ или других разведывательных служб. Видите? То есть это работа по обеим сигнальным системам, чтобы когда выйдут первые разоблачения Wikileaks, вы их правильно понимали. Поэтому журнал Time выпустил пояснение, то есть как это интерпретировать, когда оно выйдет. Вот это работа по обеим сигнальным системам. То, что вы знаете, как промывку мозгов, психологическую войну, пропаганду, все это возможно только благодаря второй сигнальной системе. Из-за наличия второй сигнальной системы гормональный кнут и пряник, он нашел языковое выражение. Испытывать прилив гормона стресса плохо, а испытывать прилив гормона счастья хорошо. Это и есть основа всякой идеологии. Идеология, она всегда дихотомична. Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно, это важно, это не важно, добро, зло. Идеология – это система идей, взглядов, мировоззрения. Идеология – это то же самое инстинктивно-гормональное управление поведением, только облаченное в языковую форму из-за наличия у человека второй сигнальной системы. Базовым мышлением является именно идеологическое мышление. Ребенок все детство занимается формированием аппарата идеологизированного сознания. Шампунь щиплет глаза, значит мыться плохо. На кухне дают сгущенку, значит там хорошо. Мама сказала, что дружить правильно, а драться неправильно. Это выбор одного из двух есть самый простой выбор. Это и есть идеологический способ мышления. Логическое мышление. Вот более высоким уровнем мышления является логическое мышление. Логика – это наука о законах и формах правильного построения мыслей. Логическое мышление – это мышление по методологии науки. Как говорил Павлов,
Наука – это орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в самом себе. Наука не оперирует такими абстрактными понятиями, как добро, зло, правильно, неправильно, там, важно, неважно, хорошо, плохо. Это удел идеологии. Наука материалистична. Как говорил Фридрих Энгельс, материалистическое мировоззрение означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений. Поняли? То есть без интерпретации, просто понимаете, что это. Как это понять? Не надо интерпретировать. Вы вот не задумывались, например, почему на планете доминируют именно англосаксы? Почему английский язык везде? Дело в том, что они оказались в специфическом положении. Они оказались на острове, остров небольшой и мало ресурсов. А за Ла-Маншем находилась превышающая по всем показателям континентальная Европа, которая все время хотела захватить, подчинить остров. Как англосаксы решили эту проблему? Они создали закрытые королевские исследовательские учреждения, в которых поставили вопрос доминирования на научную основу. То есть только жесткая наука. Логика, философия, психология, лингвистика, психолингвистика, биология, кстати говоря. Вот. Это и есть английская эмпирическая философская школа. Сам английский язык сделан по логическим принципам, потому что там предложение строится только как суждение в логике. Субъект суждения, связка, предикат суждения. Только так. То есть это импринтировано, логика импринтирована в сам язык. Никаких идеологических представлений о мироздании, только жесткая наука. Вот вы не думали, например, откуда такое маниакальное стремление организовывать госперевороты в других странах? Я думаю, что они это срисовали с природы просто. У меня вот в одном из высших учебных заведений, где я учился, был предмет инженерное творчество. И там говорили, если вы решаете какую-то проблему, посмотрите, как проблемы решаются в биологической жизни. Юрич, ну, там, например, это не ссылка, это канал. Вертолет — это стрекоза. Ну, вышлю, Юрич, попозже. Зачем изобретать велосипед? Смотрите, как в природе, там миллионы лет эволюции, это все отшлифовали. Берите эти принципы, применяйте к себе. Скорее всего, англосаксы так и сделали. Дело в том, что есть такие муравьи, муравьи-рабовладельцы. Пишется через дефис. Муравьи-дефис-рабовладельцы. И вот они организовывают госперевороты в других муравейниках. Можете себе представить? То есть они задвигаются в другой муравейник, убивают королевскую семью, стражников, и поселяются на ее месте. А большая часть остальных муравьев в муравейнике, они даже не знают, что происходит. Они продолжают батрачить на новых хозяев. Вот. Это муравьи-рабовладельцы. А название оттуда, что они воруют куколок из других муравейников. Вот видите, он что делает? Он куколку несет. Он ее несет в свой муравейник, куколку обычного муравья. Муравей-рабовладелец несет ее в свой муравейник. А у муравьев, у них идентификация свой-чужой, она решается через специальный секрет, там, ну, биохимический, в общем. Муравьи-рабовладельцы, они способны этот секрет синтезировать, то есть они как бы имитируют. И вот этот вот обычный муравей вылупляется из куколки. Муравей-рабовладелец ему подсовывает секрет, типа, вот, смотри, я свой. И он всю жизнь батрачит на муравьев-рабовладельцев, потому что он думает, что это свои. Вот это муравьи-рабовладельцы. Я думаю, что английская элита, она просто изучила разные социальные системы. Там муравейник, термитник, прайд львов, стаю бабуинов, стаю волков, ну, разные социальные системы. И взяли оттуда то, что можно применить к себе. Они даже язык, даже алфавит не имеют слова. Они просто взяли латинский алфавит и на нем сделали английский язык. Зачем изобретать велосипед? Это научный подход. Они так работают столетиями. Если взять, например, Кембридж, он был основан еще в 13 веке, а Оксфорд еще раньше. Представляете, то есть это там столетиями просто. А из закрытых королевских исследовательских учреждений информация столетиями выходила вообще там просто по крупицам. Через эти самые Оксфорд и Кембридж, то есть только для своих, для 1% англичан. Видите, из-за того, что у человека есть вторая сигнальная система, сама доминантность приобретает иной характер. То есть не обязательно там царапаться, кусаться, драться, как это делают животные. Это можно решать с помощью идеологического оболванивания.
То есть доминантность решается за счет того, что кого-то идеологически... То есть один оболванивает идеологически другого, или какой-то слой оболванивает идеологически другой слой. Ну, самый лучший пример – это, конечно, идеология Адама Смита под названием «Рыночная экономика». Вот это 18 век, вы представляете? То есть он придумал идеологию, по которой это не одни люди доминируют над другими, там, а это такое разделение труда просто. Это рыночная экономика, это невидимая рука рынка. То есть одни люди должны работать на шахте где-нибудь там в Уэльсе, а другие люди должны в Лондоне сидеть в белых рубашках, сигареты покуривать, там, пить чаек, свежепривезенный из Индии. Вот. А Адам Смит рассказывал, что это рыночная экономика, что это нечто объективное. Это разделение труда такое. Вот это идеология. Почему, например, молодой Александр Александрович Зиновьев, когда ему было 17 лет, он же создал группу целую для того, чтобы убить Иосифа Сталина. Почему? Потому что он получил существенное, именно научное образование советское. И он воспринимал советскую идеологическую обработку как просто наглый обман. Вы что, сказки-то рассказываете? И из-за этого, ну, он был молодой еще, из-за этого он просто хотел разобраться с тем, кто, как ему казалось, является источником идеологической обработки. Просто убить Сталина. Но только потом, в зрелом возрасте, когда Зиновьев оказался на Западе, когда он насладился Западом, только тогда он понял, что для объединения общества нужна общая идеология. Ну, вы можете спровоцировать это на сегодняшний день, когда на территории РФ по Конституции общая идеология запрещена. Так, семиотический треугольник Огдена. Сигнальная система человека работает по схеме семиотический треугольник Огдена. Семиотика – это наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Как видите, предметом изучения семиотики является именно вторая сигнальная система. Семиотический треугольник Огдена, вот он, это схема взаимодействия человека с окружающим миром. Значит, идем справа по часовой стрелке. Образ – это феномен из первой сигнальной системы. То есть у животных тоже есть образ, у них тоже есть данные с рецепторов. Это не обязательно образ визуальный, это может быть образ звука, образ запаха, образ тактильного ощущения. То есть данные с рецепторов. А вот дальше идет слово. Вот это уже феномен второй сигнальной системы, потому что животные не разговаривают, у них нет никаких слов. Вот слово – это совокупность визуальных образов, знаков и звуковых образов. То, что Павлов называл слово «слышимое» и «видимое». А вершиной семиотического треугольника Огдена является понятие. Вот с этим проблема, то, что понятие – это один из базовых элементов логики. И только если человек учит логику, о чем и я сейчас говорю, то, что вам обязательно нужны учебник психологии и учебник логика. Потому что только когда вы будете учить логику, тогда вы овладеете понятием и сможете самостоятельно познавать окружающий мир полноценно. Потому что люди, у которых нет логического аппарата, они не имеют вершинного угла понятия. У них сигнальная система работает на треть хуже возможного. Так, дальше. Аппарат идеологизированного сознания. Тут начинается веселуха. Значит, от разных лиц можно услышать разные выражения насчет некоторых людей. Что это идиоты, кретины, имбецилы, малолетние дебилы, дегенераты, деграданты. На самом деле речь идет о счастливых обладателях идеологизированного сознания. Они любят говорить, что имеют свое мнение. Что такое мнение? Мнение – это предвзятое отношение к чему-либо. Предвзятость всегда связана с какой-то идеологией. Мнение – это идеологический феномен. У меня вот нет никакого мнения, потому что я существую не в идеологическом поле. Я познаю окружающий мир самостоятельно, не предвзято, беспристрастно, таким, каков он есть. Если у человека нет логического аппарата, то он не может познавать окружающий мир самостоятельно. Если логического аппарата нет, то у него идеологизированное сознание. У него целый аппарат идеологизированного сознания, там битком набито всевозможными идеологемами, которые даже могут друг другу противоречить. На английском языке аппарат идеологизированного сознания называется belief system, система верований. Вот так. Система верований, то есть у человека целая система верований, он верит в одно, в другое, в третье, там целая система. В чем смысл? В том, что неизвестное, оно пугает, вдруг там угроза какая-то. И на то, чтобы познать неизвестное, брызгает стартовый дофамин. И когда человеку дают какую-то объяснялку примитивную,
он сразу вот это неизвестное заполняет этой объяснялкой, и он успокаивается. Ему сказали, все хорошо, не переживай. Он такой, ох, у него финишный дофамин, и он успокоился. Вот так психика, она просто обрастает верованиями, как дремучий лес. А вот в логике, кстати говоря, если что-то неизвестно, то оно неизвестно до выяснения. Это и есть логический, это и есть научный подход. Вот. Вторая сигнальная система является дополнительным фильтром. Сложившиеся верования подчиняют себе сигнальную систему, и та подгоняет окружающий мир под сложившиеся верования. Если, значит, сигнальная система начинает замечать только то, что соответствует системе верований, человек заключается в идеологическую клетку. В чем суть идеологического способа мышления? Суть в том, что нет никакого самостоятельного мышления. Человек просто берет извне шаблоны мышления и применяет их. Вы не задумывались, например, зачем нужны все эти цитаты великих людей? Когда не было интернета, я помню, распространяли книжечки с афоризмами. Что это такое? Это идеологемы. Профессиональные идеологи, они подбирают и или выдумывают всевозможные речевки, штампы, стереотипы, ярлыки, образы, обобщающие примеры, образцы мышления, притчи, крылатые фразы, лозунги, мемы и тому подобное. А люди, они просто подхватывают их и пользуются. Так, по принципу негативной адаптации теряется сама возможность для самостоятельного мышления. Ну, по принципу, по-английски это называется «if you don't use it, you lose it». Если ты этим не пользуешься, то ты это теряешь. То есть, если ты не думаешь самостоятельно, а берешь откуда-то примеры мышления, шаблоны, то у тебя самостоятельное мышление, оно просто атрофируется. Там в англоязычных странах даже в обиход ввели речевое клише «I believe» вместо «I think». Ну вот, кто смотрел «Матрицу» первую, там слово «believe» произносится около 50 раз. «Believe» — это верить или верование. Ну вот, давайте сравним. «I think it will be better» — «я думаю, что так будет лучше». И «I believe it will be better» — «я верю, что так будет лучше». «I think» запускает, активирует мышление, а «I believe» активирует идеологию. То есть верить. Человек просто приучается брать что-то на веру, брать на веру априорную информацию. Что такое априорная информация, если кто не в курсе? Априори – это метод от предыдущего, а апостериори – это опыт от последующего. Ну вот у меня, у друга жена должна была поехать в банк, положить там существенную сумму денег, и он ей сказал, что нужно положить в долларах. Она пока ехала в маршрутном такси, ей женщина сказала, что нужно в рублях класть, потому что рубль укрепляется. Это было в 2008 году летом. Вот, пожалуйста. То есть женщина в маршрутке – это априорная информация, взятая, принятая на веру. Потом в осенью 2008-го бабахнул кризис, мировой финансовый кризис, и они там потеряли, я не помню, мне говорил, около 500 000 рублей, кажется, из-за того, что она положила не в долларах, а в рублях, из-за женщины в маршрутке. Вот это априорная информация. Неотъемлемой частью идеологии являются ценности и идеалы. Ценности – это то, что люди ценят, то есть они верят, что вот эти ценности есть ценности. А идеалы – это то, к чему люди стремятся. То есть они верят, что вот так будет хорошо. Это идеологический способ мышления. Идеологическое мышление, оно основано на нарушении законов логики. Самое главное – это, конечно, абстракция без обобщения и анализ без синтеза. Что такое абстракция? Абстракция – это вот хороший пример. Абстрагирование – это взять какую-то часть и рассмотреть ее отдельно. Ну, например, число 3. В природе нет числа 3. Это всегда 3 пальца, там, 3 богатыря, 3 тополя на плющихе. Количество – это абстракция. То есть мы берем и абстрагируем оттуда количество, сколько этих предметов. Вот это и есть абстракция. Теперь посмотрите на экономистов. Рассматривать часть целого в отрыве от целого – это как нечто существующее само по себе, это грубая логическая ошибка. А экономисты… Экономика – это целая область знаний, основанная на анализе без синтеза, на абстракции без обобщения. Потому что экономика – это часть общества, это система перераспределения ресурсов. А экономисты ее рассматривают отдельно. Почему я вот никогда экономистов не слушаю? Так, примеры. Это примеры идеологического способа мышления. Значит, начнем с простейшего. В прогнозе погоды сказали, что завтра возможен дождь.
В логике это называется суждение возможности. Пришло завтра, дождя не было. Что говорит счастливый обладатель идеологизированного сознания? А они сказали, что будет дождь, а дождя не было. То есть он не различает суждение возможности и суждение необходимости. Он не различает их, и поэтому он просто воспринимает это как ложь. А следующее, это может сказать, что эти прогнозы, они вообще ничего не знают. В логике это называется, эта ошибка называется поспешное обобщение. Так, дальше. Сравнение несравнимого. Логический аппарат, он позволяет выделять существенное и отбрасывать второстепенное. Идеологизированное сознание так не может. Из-за этого у него постоянно что-то на что-то похоже. Он сделал это как дурак, или там, как быдло. Ты держишь мелочь в пакетике, как бабка. Вот про меня в комментариях писали, что я дотер. Похож по каким-то второстепенным признакам на дотера. Пришлось загуглить все такое, но дота, понимаете? Вот это идеологический способ мышления. У идеологизированного сознания постоянно что-то на что-то похоже. Вот Запад этим пользуется. Они берут, например, венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо. Почему его подобрали? Потому что он похож на Барака Обаму и вызывает соответствующие ассоциации. То же самое вот. Коррупционный блогер похож на молодого Ельцина. Вот для этого и делается. То есть есть ассоциации, которые вызывают, и подбирают человека, который просто похож. И тогда он является фронтменом. Есть даже сайт, который приучает видеть сходство людей из разных эпох. Так в психику импринтирует поиск сходства по второстепенным признакам. Сравнивать несравнимое. Для сравнения двух вещей нужны четкие критерии сравнения. В зависимости от выбора таких критериев, выводы могут оказаться различными. Попробуйте, например, сравнить трамвай и желание. Что лучше, трамвай или желание? Синица в руках лучше, чем журавль в небе. Вот это, мне всегда это поражало. А мне не нужна синица, мне нужен только журавль. А мне говорят, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Так можно много напридумывать, что вот это лучше, чем вот это. Дальше идем. Эффект Даннинга-Крюгера. А, мой любимый эффект. Эффект Даннинга-Крюгера – это когнитивное искажение. Но надо сказать, что идеологизированное сознание – это вообще одно большое когнитивное искажение. Что такое эффект Даннинга-Крюгера? Это когда у человека, у него небольшая область знаний. То есть он мало знает просто. Он знает мало, и вот эта область его знаний, она соприкасается с небольшим количеством других знаний. Из-за того, что он мало знает, он не понимает, что там дальше еще огромные пласты информации. Почему, например, человек, который что-то изучает, у него область знания увеличивается, и вот этот вот, как там в геометрии это называется, длина окружности его области знаний, она увеличивается, когда он начинает что-то изучать, и соприкасается с большим количеством других знаний. И тогда он понимает, что он не так много уж и знает. Вот здесь хотелось бы добавить, это про большую всегда больную тему, так скажем, про зарплату. Вот это вот окружность знания, да, функционала человека. А зарплата, ну, возьмем вот окружность, которая находится внутри треугольника, да, прямоугольника. Извиняюсь, внутри прямоугольника, да, это окружность. А человек, когда говорит, поднимите мне зарплату, я же работаю туда-сюда, это я возвращаюсь к той теме, ребят, который ранее говорил про вот этих стажеров, студентов и так далее, которые просто приходят на работу, да, вот, они кричат, нам надо поднять зарплату. Вот эти их знания в этой окружности, они не выходят за периметр прямоугольника, в котором находится вот эта окружность. То есть они не выполняют тот функционал, чтобы поменялись местами окружность с прямоугольником, то есть чтобы прямоугольник внутри находился. Это я к чему? Это к тому, что их знания, их функционал, который они выполняют, были шире, чем их труд, который им оценили, да. То есть, если сейчас брать мысленно внутри окружность этого прямоугольника, остаются незаполненные углы. Это то, за что должен биться каждый человек в момент своей трудовой деятельности. То есть, когда он сможет сделать так, чтобы вот эти углы ушли
внутрь окружности, да, прямоугольника, то есть тогда они будут охватывать эту всю тему. А так, человек, который там выучил, какой-то предмет, да, как выучил? Выучил вот так теоретически, но не понял его практически, вот не понял его вообще логики, да, как это происходит, как это работает. Он получил там портянку, пошел там, я не знаю, батареи покрасил или там закинул что-то, стол накрыл там, да, и он думает, все, он получил бумагу, и он может. И он приходит, он хорошо, чтобы не показывать свою глупость, тупость или еще что-то, да, ну ты ходи, учись там потихонечку, украдкой, да, вот, но он думает, все, я там вот это, и там два рассказа каких-то прочел, я не знаю, там, что-то такое банальное, да, и он теперь, он уверенный в себе, идиот, грубо говоря, вот, вот эффект Данинга-Крюгера. А когда человек знает мало, то ему кажется, что он все знает. Ну, потому что вот так вот. Ну, есть такое выражение, что дурак никогда не признается, что он дурак, потому что он дурак. Он не понимает, что он дурак. Вот это как раз эффект Данинга-Крюгера. Дальше. Confirmation bias. Вот это очень интересно. Это тоже когнитивное искажение. Возможно, только благодаря второй сигнальной системе, потому что она является фильтром. Смысл в чем? Обычно confirmation bias переводят как склонность к подтверждению своей точки зрения. Bias – это некий сдвиг, некое искажение, а confirmation – это подтверждение. Ну, отсюда слово конформизм, тот, кто поддакивает все время. Да-да-да. Confirmation bias. Я бы перевел confirmation bias как восприятие сквозь призму сложившихся верований. Верование подчиняет себе сигнальную систему, и она видит только то, что соответствует системе верований. Вот если кто смотрел передачу «Перетолочен Стечкин», аудиокодирование и мировое управление, вот там в качестве перехода на День ТВ+, Перетолочен рассказывал про английского иллюзиониста Дэрена Брауна. Вот он. Что Дэрен Браун из своего шоу нанял двух рекламщиков, провез их по городу там определенным образом и привез к себе на шоу и сделал им заказ, что нужно разработать там, ну, нам без разницы, короче, смысл в том, что для определенной там конторы нужно разработать там логотипы, речевки, ну, то есть маркетинговые продукты. И он им дал это задание, они сделали его, и он вынул из конвертов то, что почти на 100% совпадало. Все дело в чем? В том, что пока они, эти два рекламщика, ехали по улице в автомашине, он их провез так, чтобы там были ворота лондонского зоопарка, там у детей на куртках были определенные надписи, потом там медведь там и так далее. То есть вот эти вот знаки, вот эти вот визуальные образы, они просто изложили, и почти то же самое делал каждый из этих рекламщиков, а потом Дэрен Браун из конвертов вынул вот эти результаты и сказал, вот смотрите. То есть он их таким образом, ну, как сказал Перетолчин, он их закодировал. В чем дело? Дело в том, что англичан их выращивают как экстравертов. Экстраверт, что это такое? Это вот человек, он как бы обращен вовне. В чем смысл? Уму просто не дают существенного мировоззрения. Вот давайте сравним с советским образованием. У советского человека была там астрономия, география, всевозможные естественные науки. И человек советский, он понимал, что он живет во Вселенной, есть огромная Вселенная, есть в этой Вселенной галактики, в галактиках есть звезды, у некоторых звезд есть планетарная система, у некоторых нет. Вот Солнце – это звезда, у которой есть планетарная система, третья планета от Солнца – это Земля, ну и так далее. То есть советский человек понимал, что он живет во Вселенной. А вот представьте теперь англичанина или американца, которым об этом вообще не рассказывают. Для него это не существует. Он живет в маленькой квартирке в своей. Он живет там, ездит на метро. То есть вот это его мир. Из-за этого он находится в состоянии перманентной адаптации. То есть он постоянно ищет, что происходит. Он постоянно пытается понять эту реальность. И он вынужден постоянно смотреть вокруг, и его восприятие все время меняется. У меня вот, я там ходил на разведку к мормонам. Ну, не к тем мормонам, которые сами
там, решили стать мормонами, а к тем, которые вот миссионерством занимаются по российским городам. Вот эти мормоны, которые ходят в белых рубашках. Я ходил к ним, там, общался с ним на английском языке. Чтобы вы понимали, это инкубаторные люди. То есть там есть целые фермы такие. Он мне показывает, у него, значит, в бумажнике, в кошельке такая фотография, как у меня вот такая фотография школьного класса. Там в три ряда люди стоят, человек 30-40, наверное. Он говорит, that's my family, это моя семья. То есть они живут в одном бараке, выращиваются. И вот это его семья, там разных национальностей и разных цветов кожи, это, говорит, моя семья. Вот. И у них не то, что идеологизированное сознание, у них какое-то сверхидеологизированное сознание. И вот я у них, у мормонов спрашивал, у кого какая национальность? Это ты англосакс, там один, да, я англосакс, а другой был ирландец из Западной Ирландии, вот он, у него специфический такой был цвет кожи, и, наверное, русских людей такого цвета кожи не встречал, такая розово-молочная кожа, и цвет волос у него был какой-то не рыжий, а не коричневый, какой-то специфический вообще у него вид был, у этого ирландца. Ну, смысл в том, что я говорю, а я на четверть цыган, и они такие смотрят на меня, и у них щелкает, то есть у них фильтр появляется, я вот им сказал, что я на четверть цыган, и они ищут подтверждение этому. Вот он, confirmation bias. То есть они смотрят на меня и говорят, да, точно, ты, говорит, похож на цыгана. Ты, говорит, с рюкзаком ходишь, как цыгане. Вот это confirmation bias. То есть их делают такими. Ну, неудивительно, что, например, большая четверка аудиторов, вот там есть компания PricewaterhouseCoopers, и вот в PricewaterhouseCoopers это мормонская компания. То есть людей в аудиторскую компанию берут из мормонов. Это уже готовый человеческий материал для вот этого. То есть они будут находиться в состоянии перманентной адаптации и будут адаптироваться к тому, что там скажут. Вот, значит. Переносимся в 81 год в США. Это интервью Хэла Беккера из мозгового центра Futures Group. Futures Group это я бы перевел как группа про будущее. Ну, чтобы вы понимали, это мозговой центр Futures Group, это специальное учреждение западного сферы государства для социальной инженерии. Причем, что интересно, это вот я сейчас прочитаю его, этого Хэла Беккера из Futures Group, кусочек интервью, это 81 год. Что, ну вот кто смотрел передачу «Перетолчен Стечкин», там я рассказывал про эндорфин. Вот эндорфин, он был исследован в конце 70-х. То есть к 81 году это уже они закрыли все эти вопросы. И, что характерно, в 81 году было основано разведсообщество США, где 17 учреждений, одно из которых ЦРУ, и еще там есть в разведсообществе США Государственный департамент США, который на территории РФ ошибочно воспринимает как просто посольство. На самом деле это одно из учреждений разведсообщества США. Ну, так вот. И, кстати говоря, в 81 году был открыт канал MTV по проработанным принципам. Ну вот, значит, 81 год. Хэл Беккер из мозгового центра Futures Group. Кусочек интервью. Я знаю, как заставить рядового американца поверить во все, что мне захочется. Если внешний мир противоречит тому, что показывают по телевизору, люди пытаются изменить мир, приводя его в соответствие с телевизионной картинкой. Вот. То есть это и есть confirmation bias. То есть это человеку с логическим аппаратом такое втюхать просто невозможно. 54-й год. Rear Window. Это фильм Альфреда Хичкока. Вот это прям фильм про confirmation bias. Я прочитал около 10 рецензий так называемых кинокритиков на этот фильм. Они не поняли даже, в чем смысл фильма. Значит, человек сломал ногу. Он сидит дома, никуда не может ходить, и мало развлечений, потому что это 54-й год. Интернета и смартфончиков нет. Он, rear window, кстати, это заднее окно. Ну, в русском переводе окно во двор. Можете посмотреть. Он смотрит в окно, в свой двор, и развлекается тем, что смотрит на других людей. И вдруг, почти там в начале фильма, заходит мужчина и женщина, вроде как муж и жена. Они заходят в квартиру, главный герой смотрит на них. Потом он засыпает, и там показывают, в самом фильме показывают, что он заснул. И вдруг эта жена куда-то пропадает. Он просыпается, а там только муж в доме напротив. А где жена? Точно.
муж ее убил. Сначала ему не верят. А потом он начинает интерпретировать последующие события в пользу вот этой версии. Понимаете? То есть он как раз занимается искажением реальности. И в итоге он до того замучил этого мужика напротив, там начал ему звонить в квартиру и так дальше. Он просто приходит к нему домой, хочет морду набить. И на этом заканчивается фильм. То есть большинство людей даже не поняли, в чем... Он никого не убивал, он просто заснул. Он заснул, и женщина ушла, а он начинает выдумывать и последующие события интерпретировать в пользу своего верования, что он убил свою жену. Вот. Кто посмотрит, обратит на это внимание. Чтобы вы понимали, просто Хичкок, он работал с Тристокским институтом, и на его фильмах отрабатывались разные там методы воздействия на психику. Дальше. Эффект авторитета. Эффект авторитета. Мыслить по авторитетам – это идеологический способ мышления. Без логического аппарата человек не может мыслить самостоятельно, поэтому ему нужны поводыри, какие-то авторитеты, которые ему объяснят. Тогда он поверит. Ну, по принципу, как у Высоцкого. Он жираф, ему виднее. Если толковые вещи говорит кто-то неизвестный, то он не верит. Для него это неубедительно. У меня вот был блог в одном сервисе, и мне там постоянно писали, ты кто такой? И мне всегда было обидно. Это эффект авторитета, это идеологический способ мышления. То есть человек не может разобраться в материале самой информации, поэтому он смотрит на авторитет, а кто это говорит? Если какой-то авторитетный известный, то надо это принять на веру. Дальше. Враги логики. Врагами логики являются идеологи. Чтобы вы понимали, на планете тысячи идеологов, которые за деньги разработают любую идеологию. Ну, кто такие, например, либералы? Либералы – это русскоязычные западные идеологи. Они любят Запад. Они верят, что Запад прекрасен. И еще деньги от него получают. Вот учреждение Goldman Sachs, оно набирает на работу людей, которые по образованию теологи. Теолог – это... специалист по богословию различных религий. Религия, точнее, идеология – это родовое понятие по отношению к религии. То есть религия – это вид идеологии. И вот эти теологи, они могут выдумывать целые идеологические системы, в том числе для корпорации Goldman Sachs. Значит, как работают идеологи? Идеология основана на нарушениях законов логики. Логика не допускает никаких художественных выражений. То есть нельзя дать определение понятия «лев», что лев – это царь зверей. Это неприемлемо. А вот идеологи этим и занимаются. Главными врагами логики являются фигуры речи и тропы. Это перекрещивающиеся понятия. Фигуры речи и тропы, они находятся в отношении частичного совпадения объемов. Сейчас мы разберем подробно, значит, что такое фигура речи. Фигура речи – это какие-то художественные, стилистические выражения. Ну, самое известное – это, конечно, риторический вопрос, вот это мое любимое. А что тебе мешает? То есть человек задает вопрос, что тебе мешает, а подразумевает, что ничего не мешает. То есть он как бы спрашивает, но на самом деле он дает ответ, что ничего не мешает. Это идеологический способ мышления. Это, кстати, относится к идеологии ультрасубъективизма. Когда человек помешан на субъективном факторе, на том, что он сам делает, как он влияет. И он игнорирует полностью объективные факторы, то есть что вокруг происходит. Он думает, что он сам принимает решение. Ну, вот у меня есть такие знакомые там. Мама купила квартиру, мама купила машину, а он говорит, что он сам принимает решение. Ну, вот это идеологический способ мышления. Дальше. Тропы. Значит, троп – это в основном какое-то одиночное слово, тоже для художественной такой стилистической окраски. Троп является родовым понятием по отношению к аллегории. То есть аллегория – это вид тропа, каламбур – это вид тропа, эпитет – это вид тропа, метафора – вид тропа, эвфемизм – это вид тропа. Сейчас разберем по отдельности. Значит, что такое эпитет? Эпитет – это красочное дополнение, в основном прилагательное. Ну, например, могучий дуб, трусливо убежал, героически совершил. Ну вот попробуйте к какому-нибудь хорошему предмету добавить эпитет «зловещий» или эпитет «дьявольский». И посмотрите, как у вас восприятие изменится. Самое главное, что эпитет, он же идет впереди самого объекта. То есть он как бы тебя готовит к тому, что будет дальше. Там, ну, я не знаю, там «зловещий друг».
или там дьявольский друг. Вот. То есть видите, как по-разному сразу звучит. Вот, дальше. Метафора. Метафора – это употребление слов в переносном смысле на основе абстракции. Ну, например, зеркало реки – это метафора. Костер рябины – это метафора. Моя жизнь – крушение поезда – это метафора. Лев – царь зверей – это метафора. Дальше. Аллегория – это оборот, употребленный в переносном значении. Ну, например, белый голубь – это символ мира. Вот галстук – это символ освобождения от цепи. То есть сорвался с цепи, была цепь на шее, ты сорвался, и вот она висит. Это символ освобождения от цепи, галстук. Птица – это символ свободы. Кстати говоря, по мозгу, если взять, то у птиц, у них нет неокортекса, как у человека. И это потому, что у них другая степень свободы. Если ты бегаешь по земле, это одно. Другое дело, когда ты можешь оторваться от земли и улететь. Поэтому у тебя больше степени свободы, ты можешь улететь от проблем. Поэтому у них нет неокортекса. То есть их сигнальная система, она проще устроена. Им легче выживать, чем тем, кто бегает по земле. Поэтому птица – это символ. Ну, там у них еще связано с тем, что грузоподъемность должна быть. То есть по весу еще сэкономили на мозге. Поэтому неокортекс там большой. Он и так не нужен, еще вес. Как бы нужно экономить. Поэтому птица – это символ свободы. Есть такая радиостанция, я не буду называть бренд, на Новом Арбате они сидят. Вот у них там птичьи фамилии. Потому что радиостанция за свободу и за демократию. А птица – это символ свободы. И у них там Журавлёва, Синицына, Воробьёва, Лебедева, Скворцова. То есть птичьи фамилии. Это аллегория. Дальше идем. Эвфемизм – это смягчающий синоним. Ну, то есть можно сказать жирный, а можно сказать полный. Можно сказать пожрать, а можно сказать покушать. Можно сказать не ври, а можно сказать не сочиняй. Видите, то есть смягчающий синоним, эвфемизм. Можно сказать падение, а можно сказать отрицательный рост. Можно сказать дурак, а можно сказать неумный. Видите, как из-за художественных выражений меняется восприятие. Вот в английском языке, кстати, толково сделано. Знаете, как будет с точки зрения биологии? In terms of biology, в терминах биологии. То есть термины предполагают определенное видение, определенный взгляд. Это вот у них толково сделано. Этим и занимаются идеологи. Они то, что нужно подать как хорошее, они выделяют соответствующими выражениями. Ну вот самый лучший пример я вам сейчас опишу. Идеология феминизма. Книга называется, кажется, «Как выйти замуж за банкомат-вибратор». Пишется через дефис. Банкомат-дефис-вибратор. То есть это уже не мужчина. Это банкомат и вибратор. Вот у него главные функции. Это вот идеология феминизма. И там рассказывают, что ты женщина, ты роза. Ты должна, твоя задача цвести и пахнуть. Но у тебя есть и шипы. А мужчина... Мужчина – это навоз под твоими ногами, и его задача – это осуществлять подпитку, давать тебе питательные вещества, ресурсы для того, чтобы ты цвела и пахла, потому что ты роза. Вот вам идеология феминизма. То есть, видите, тут все художественные примеры просто впихнуты, чтобы дать определенную специфическую картину. И они так живут. Вот вам идеология феминизма. Причем обратите внимание, что берутся какие-то бытовые объекты, которые человек может знать. Ну, это же близко там. Ну, каждый человек видел розу, каждый человек видел навоз. Поэтому ему проще этими образами оперировать, чем какими-то абстрактными понятиями. Идеологическое доказательство. В логике есть раздел «Логическое доказательство». Оно имеет конкретные правила. Например, одного довода недостаточно. Противоположностью логического доказательства является идеологическое доказательство. Вот оно преимущественно строится как раз на одном доводе. То есть берется какой-то второстепенный там, или вообще даже там, сфальсифицированный или ложный факт, и на основании его выдвигаются суждения. То есть он используется в качестве довода. Вы представляете? Но на основе вот этого вот одного довода идеологи выдумывают целые легенды. Кроме того, я
много раз слышал от разных людей, не обладающих логическим аппаратом, то есть, ну, счастливых обладателей идеологизированного сознания, и они взывают к логике на основании этого одного довода. Представляете? То есть он говорит, ну вот же вот это. Да сам подумай логически. Включи логику. Как говорил Мао Цзэдун, кто не исследует, не имеет права высказываться. А без логического аппарата в принципе невозможно исследовать, потому что, например, в логике есть методы исследования причинно-следственной связи. Поэтому если у тебя нет логического аппарата, то ты не сможешь исследовать причинно-следственную связь, у тебя все время будут проблемы с этим. Поэтому в идеологическом поле нет ответов. Это просто пространство для бесконечных споров о словах. Ну, например, вот экономика должна быть экономной. Ну, что вот можно на это сказать? Максимум, что можно сказать, что, ну, это просто неубедительно. Тогда тебя начнут убеждать. Понимаете, идеология, экономика должна быть экономной. Экономика должна быть экономной. Вот вам идеологический способ мышления. Или вот еще круче. Черное – это белое, которое не отсвечивает. Вот что на это можно сказать. Черное – это белое, которое не отсвечивает. Вы представляете? То есть с помощью слов, которые можно подбирать там, ну, большое количество слов. Вот с помощью слов можно любое интерпретировать в любую сторону. Вот идеологические. Вот это делают идеологи. Вот. И идеологическое доказательство открывает простор к феномену, который я называю идеологическая перебранка. Значит, 2014 год, Свердловская область, город Ирбит. Бывший учитель литературы пришел в гости к писателю. Они приняли алкоголь и начали спорить, что более значимо, поэзия или проза. Казалось бы, образованные люди, бывший учитель литературы, другой писатель. И они обсуждают, что же более значимо, поэзия или проза. В результате бывший учитель литературы зарезал писателя, и его просто закрыли на 8 лет строгого режима. Вот это идеологическая перебранка. То есть один верит в одно, другой верит в другое. И по принципу идеологического доказательства у них есть подтверждение своим верованием. И просто один другого зарезал и заехал на 8 лет строгого режима. Даже левые, обратите внимание, что даже левые не могут объединиться. Казалось бы, но идеология марксизма, она же подразумевает коллективизм. Мы должны объединиться. Нет. Вот этот левый, он троцкист. Или неотроцкист, или он неправильно понимает Маркса, или там Ленин он неправильно понимает. Понимаете, то есть они даже не могут объединиться. Именно из-за идеологических перебранок. Я видел на Ютубе, как два левых идеолога, причем это взрослые люди, можно сказать, пожилые, они спорили на тему, является ли Россия фашистским государством. Представляете? То есть они спорят о идеологическом выражении. Про слова. Ну, какая разница? Является ли Россия фашистским государством? Если да, то что? Если нет, то что? Какая разница вообще? Вот это идеологические перебранки. Идем дальше. Современные идеологии. Любопытно, что само слово идеология, оно как бы скрывается, избегается. Вот я недавно зашел на Википедию, там написано, что марксизм – это философия. Философия – это наука. Наука нужна для познания. А идеология нужна для идеологического оболвания людей и управления, манипуляции ими. Вот в чем разница. Может быть, где-то там дома Маркс, он и был философом, но мы его знаем как идеолога, потому что марксизм – это идеология. Там есть четкая, причем это же христианская дихотомия добро и зло. Капиталисты – они эксплуататоры, поэтому они плохие. А пролетарии – они вот эксплуатируемые, поэтому они хорошие, они несчастные. Вот. Это идеология, это никакая не философия. И вот в этой связи организованное оглупление человечества началось в 70-е. И оно основано, оно достигается одновременной работой по двум направлениям. Ослабление науки и усиление идеологии. У меня вот сейчас было интервью с профессором Савельевым, вот мы как раз это обсуждали. Там. Он говорит, это просто бред. Вот исследования, которые показывают, там, что переселение душ у крыс, ну и прочее. Он там привел примеры, я даже не знал-то.
Но с ума сойти можно. Вот это и есть идеологизация науки. То есть берут какие-то исследования, которые там частично сфальсифицированы, и в целом они просто идеологизированы для того, чтобы подавать определенную информацию и использовать эти исследования для там, различных идеологических вбросов. И это делают не только британские ученые. Так, значит, дальше. В кибернетике есть подход «информация как средство регулирования». Нужно разобраться, что такое информация. Информация – это широкое понятие. Половые органы, нарисованные на стене – это информация. Детский мультфильм – это информация. «Капитал Маркса» – это информация. Песня про любовь – это информация. Вот надо этот сравнить, кибернетический подход «информация как средство регулирования», его нужно сравнить с правовым регулированием. Ну вот представьте просто, сколько нужно там адвокатов, судей, всевозможных там прокуроров для того, чтобы обслуживать этот бюрократический аппарат. А сколько времени занимает бюрократическая система, когда бумага пойдет туда, сюда, обратно. А другое дело информационное регулирование. Информация, она мухой разлетается. И эта информация, она может быть сильно идеологизированной. Кроме того, на суд, на решение суда влияет идеологическое состояние судьи, который выносит вердикт. Таким образом, если ты контролируешь идеологическое состояние судьи, то ты можешь влиять на вердикт. Я вот недавно читал федеральный закон о полиции, и там было написано, что общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. Общественное мнение, вы представляете? А кто его формирует? Радио с Нового Арбата формирует общественное мнение. И вот это общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. Мнение – это идеологический феномен. Вот, и из того, что мы видим вокруг, информационное вот это вот идеологическое регулирование, оно перекрывает правовое. Есть такой фильм, я это понял, когда посмотрел фильм «Коллини». Дело Коллини. Значит, в чем смысл? Тут вообще шикарно. Вот в этом фильме шикарно все. В общем, немецкий фильм. Главным героем немецкого фильма является турок. А главным злодеем немецкого фильма является немец. Что это такое? Это идеологическая обработка. Причем там злодей-немец, там просто красавец этот актер. Он голубоглазый блондин, загорелый, с винирами. Там, дорогостоящие рубашки, он там в парусной яхте ловко узлы вяжет. Ну, просто красавец. Такого актера подобрал. И хотел бы я так выглядеть в 60 лет. Вот. И в чем смысл? В том, что значит, в самом начале фильма приходит Коллини, итальянец, взрослый мужик, убивает немца, тоже взрослого мужика. И он какой-то, этот немец, он какой-то там промышленный магнат, в общем, местный крупный капиталист. Он его убивает. Вот этого вот турка назначают, он адвокат, и он назначает защищать Коллини. В чем дело? Во время Второй мировой войны вот этот немец, который богатый, он был молодой, и он был нацистом. Они там захватили какой-то, скажем так, населенный пункт в Италии, и отца Коллини расстреляли на глазах у Коллини. Там молодой пацан, не знаю, там, может быть, ему лет 10 было. И на его глазах расстреляли отца. По мотивам реальных событий, это в начале нулевых, кажется, это была история. И он приехал, нашел этого нациста, который уже был к этому времени богатый промышленник, он просто убил. За то, что тот расстрелял его отца там, в 40-е годы. И в фильме начинается разбирательство в суде. И немец, который злодей по фильму, голубоглазый блондин, он юрист, и он объясняет, показывает юридический документ. Вот это постановление военного трибунала. И здесь черным по белому написано, что действия вот этого нациста не имеют состава военного преступления. И что вы думаете? Турок просто начинает говорить ему, ну это же неправильно. В суде. Это неправильно. Это плохо. Так нельзя. Вы представляете, что они делают? Это просто он в суде в ответ на юридический документ начинает гнать идеологический вздор. Вот что они делают. То есть это когда информационное регулирование идеологическое перекрывает юридическое, правовое. Какие у нас есть примеры идеологии? Значит, феминизм.
Ну, это я рассказал. Экологизм, вегетарианство, отождествление человека и животного, кстати говоря, тоже. Теория плоской земли. Причем сейчас я уже видел, идут разговоры о том, чтобы ставить под сомнение гелиоцентричную модель. То есть не Земля вокруг Солнца вращается, а это называется геоцентрическая система мира, когда Земля – центр Вселенной. Вот готовьтесь, что вместе с теорией плоской Земли еще будут приверженцы того, что Земля – центр Вселенной. И там будут своя система идеологического доказательства. Зачем они нужны? Они нужны, это чтобы увеличивать разнообразие идеологии, чтобы втягивать людей в идеологическое поле, без разницы, в какие верования. Главное втянуть в идеологическое поле, чтобы атрофировалась сама способность к самостоятельному мышлению, чтобы человек все время искал, чтобы ему извне что-то объяснили. Вообще, ключом, почему я к кибернетике все время... на нее ссылаясь, потому что ключом к пониманию послевоенного Запада является кибернетика. Вот, значит, Норберт Винер, книга 48-го года «Кибернетика, управление и связь в животном и машине». Он там говорит, что информация – это отрицательная энтропия. Значит, надо ввести понятие, что такое энтропия. Энтропия – это мера беспорядка, хаоса. То есть высокая энтропия – это когда много хаоса, низкая энтропия – это когда мало хаоса. Снижение энтропии – это снижение хаоса, ну, как бы стабилизация. Вот на Западе занимаются идеологи, в том числе, занимаются идеологической апологетикой существующего положения дел. Это именно нужно для снижения уровня энтропии. Сейчас я вам расскажу вот эту историю про бомжей под Лас-Вегасом. Ну, не все знают эту историю. Смысл в чем? Значит, это о чем Правдивцев писал. Кажется, это называется гидросферное оружие, когда искусственным образом поднимают грунтовые воды и вызывают наводнение. Ну, вы сами подумайте, Лас-Вегас в штате Невада. Какое наводнение может быть в пустыне Невада? Поднимают грунтовые воды, подняли грунтовые воды, чтобы иметь обоснование для того, чтобы построить вот эти вот тоннели под Лас-Вегасом. А на самом деле они нужны для того, чтобы создать новый социальный слой бомжей. Ну, чтобы им было где жить. Вот. И вот это flood tunnels, это тоннели на случай наводнения. Но на самом деле они нужны не для этого. Они нужны для того, чтобы граждане в них проживали. И, значит, я когда этот вопрос начал изучать, к слову, об идеологической апологетике существующего положения дел, значит, выяснилось, что там бомжует бывшая порноактриса. И причем мне попалось ее интервью. То есть какой-то журналист к ней туда прям зашел в этот бомжатник, начал мне спрашивать, как ты там живешь там и так далее. И что вы думаете? Прекрасно. Она сказала прекрасно. Только здесь, сказала она, можно найти настоящих, искренних друзей, которым без разницы, что у тебя есть и чего у тебя нет. То есть это вот это и есть идеологическая апологетика существующего положения дел. Это нужно для снижения энтропии. Потому что если бомжи будут бастовать, они будут там требовать что-то, но идеологи их обрабатывают. То есть она же не сама это придумала, что только здесь можно найти искренних друзей. Я не знаю, как там агенты-идеологи в образе бомжей туда заходили, как-то их обрабатывали, листовки какие-то, я не знаю. Но то есть вот так работают. Вот этим занимаются. Это очень интересно. Так что учите логику, учите психологию, чтобы вы могли самостоятельно мыслить. Логика нужна для самостоятельного мышления, а советский учебник «Психология» нужен для развития самосознания. Это был Игорь Стечкин. Спасибо, что смотрели. Да, вот, ребята, что я хотел сказать, как навязывают вот эти все идеологии, как навязывают все вот эти моменты, но вот это про бомжей мне вообще понравилось в плане того, что смотрите как, да, я сейчас задумался, я вот с собакой постоянно выхожу гулять, да, у нас там в кустах вот эти бомжи бухают там постоянно, и они там ведут светские беседы, порой бывает, застаешь их за занятием любовью и так далее, да, и им этот образ жизни-то нравится. И действительно, они, ну что у них, побухать есть, покушать есть, спать, да вот, зимой в канализацию, отопление бесплатное там, в канализацию, в этот тепловой люк,
Они спокойно сидят, они спокойно живут, да, в этом, так скажем. Действительно, это ж навязывание, что это хорошо. Окей, алкоголь тот же, да, вот как академика Жданова, если взять, да, профессор. Он всенародный борец, да, за трезвость. Он говорит, пришли, делали испытания у детей, да, эти в детский сад приходят и говорят, дети, сегодня будем играть в праздник. Что делают дети? Дети берут, сдвигают столы, стулья, садятся, берут вот эти бокальчики свои маленькие, начинают пить, якобы, употреблять, да, алкоголь, ну, само собой. Но пацаны начинают там задираться друг на друга, девочки начинают, соответственно, разнимать. Это же дети откуда взяли? Взяли от взрослых, да, то есть он как говорит, если ты перед ребенком достал там пузырь водки или там еще другого алкоголя из холодильника и поставил на стол, ты преступник. Ты преступник реальный. Все, этому нет никакого объяснения. Но опять же, взрослый же, он же тоже под этой идеологией. Опять же, возьмем наркотизацию, алкоголизацию и так далее страны. Любой страны. Везде есть определенный доход от наркотиков, от алкоголя, от табака. Да, они сейчас запрещают вейп, допустим. Почему? Потому что он начинает сдвигать рынок этого табака. Это же опять же корпорация, которая многомиллиардные там доходы приносит. И при этом они говорят, что вейп это вредно, а табак это не вредно. И они, ну да, они пишут, что там чрезмерное употребление алкоголя или там курение убивает. Но при этом же продают. То есть, о чем это говорит? Опять же, это идеология, опять это же навязывание, да, какое-то определенное. Люди, да, вот, которые думают там, что, а, ну, ладно. Или идут по принципу запретный плод сладок, или что, ну, какую-то же это несет тему. Почему пропаганды, допустим, я вот, ну, по молодости, там, конец 90-х, начало нулевых. Это же тоже, да, там, чтобы куда-то в спорт пойти, допустим, мне простому, да, ребенку папа производственник там вкалывает, мама учитель тоже вкалывает в школе, а мы там по стройкам лазили, в сугробы прыгали, да, там с крыши пятиэтажного дома, это было классно, вот это наш спорт был, а чтобы тебя отправили куда-то на соревнования, на это, или мало того, что тебе до хрена денег нужно, но... И тебе еще нужны какие-то определенные связи, чтобы ты мог туда куда-то поехать, там где-то выступить, показать. И там же, опять же, туда ты приехал, ты должен там разбашляться, да, грубо говоря. Это я так по больничке пример, да, делаю, чтобы тебе дали какое-то место. Вот оно. Посмотрим, да, сколько у нас там сейчас спортсменов. Я их всех прекрасно знаю, прекрасно уважаю, да? Но как они к этим путям шли? Сквозь вот эти слезы, нервы, кровь и пот. Потому что пришло то время, когда ты можешь себя реализовать. Если ты спортсмен, ты идешь себя и реализуешь как спортсмен. Опять же, там эти же трудности есть, но не в таком вот количестве, как были раньше. Вот. То есть, я говорю, это очень много, это очень сильно... До сих пор это осталось, это идеология, это мышление, да, как говорят, вот, боясь больших денег на всем по советском пространстве осталось. Либо имеют деньги те, у кого большая власть, да, либо те, у кого, ну, либо не имеют деньги, те, у кого нету, общение с людьми с большой власти, да? А почему люди боятся? Потому что это еще передалось нам черти когда было раскулачивание, да? То есть люди боялись что-то дома хранить, потому что придут, там либо расстреляют, либо посадят, отберут и так далее. Это тоже есть такое. Вот. Очень много. Вот мы замкнуты у нас. Вот этот вот то, что я вначале говорил, что люди раньше... сбивались, так сказать, в племена, чтобы выжить, чтобы как-то
кормиться, каждый выполнял свой функционал. А сейчас люди наоборот. Каждый сам за себя. Тут тоже какая-то идеология. Тут тоже преследовали, разобщили, да, там, народность. Ну, я имею в виду не по национальному признаку, а вот возьмем в рамках города какого-то, неважно, тут, как вот Стечкин говорил, что кто в какой национальный признак, да, а вот именно, чтобы человек человеку был враг, да, а не друг. То есть, это опять же, вот, то не человек, другой достает телефон и снимает, он не полезет. Или там, как ты показывают много где там этот полицейский там спасли кого-то, защитили кого-то, их наградили. Бля, я 14 лет на производстве работаю. Одно благодарственное письмо от Акима города, да, и это и то в 2012 году. И все. На первых полосах, чтобы были производственники где-то, я что-то не видел. Ну да, там, может, где-то у президента награждали, там, единичный случай, опять же, возвращаемся к тому, кто, какую власть и какой этот статус, да, социальный занимает и так далее. Но вот сам факт. Почему я перевыполнил 3 года подряд план по добыче золота, да, один из тех? Почему про меня в газете не печатают? Вот вопрос, да, то есть. Я же тоже герой, но мне скажут, ну ты, братан, ну ты же зарплату получал, и как бы этот, это твоя обязанность. Вот вопрос, да. Показывают, вот там они там помогли, они там пресекли, они там что-то где-то, их к награде представляют. Это их хлеб, это их работа. Почему? Тот, кто должен выполнять работу, который прекрасно, либо хотят нам навязать, что обратное, что они не понимали, что они куда идут работать, но здесь они сделали то, что из их непосредственных функциональных обязанностей, и это показали для того, чтобы вы, ребята, вы извините, вы маленько, ну, это, не знали, куда вы попали, вот вам 50 тысяч денег, да, так скажем, вот молодцы, и давайте покажем, это пропаганда идет, идеология, что показывается, что раньше полицейские были плохие, а теперь они стали хорошие, они помогать людям начали, или что, ну вот что, какую цель преследуют, да, показывая это все, что приблизить народ к госслужащим и сказать, вот они молодцы. Или такие успехи, там, врач, там, провел, там, какую-то операцию, да, это не открытие, это не какая-то, там, ситуация с тем или иным, там, достижением, да. Он провел то, что он, блядь, должен проводить, ребята, и все. Вот там это, там. Ну, это в рамках, вот, я из соцсетей беру, да, которые показывают нам, да. А я из тех людей, которые, я потерял 2 детей, да, спинально-мышечная атрофия, у меня 2 дочки скончались, да. Понимаете, да, пока одна лежала в реанимации 3 месяца, да, и врачи, которые там на первых полосах газет сейчас находятся, да, они не могли установить диагноз. Установил врач. Там хрен его знает, я не помню, дай бог ей здоровье этой женщины, которая ехала из Республики Казахстан в Российскую Федерацию на какой-то там у них сходняк, да, так скажем, конференция какая-то была, да, там по обмену опытом или чего. Она заехала, посмотрела и говорит, ребят, у нее спинально-мышечная атрофия, это уже 3-й месяц ребенок лежал на этом ИВЛ. Уже у меня супруга 2-й была беременная. Вы понимаете, да, в чем суть? Вот оно. Зато они хорошие на первых полосах газет. У них нету практики, у них нету. Вот, опять же, где компетенция? Писал там, приходил к главврачу, что только я не делал, да? Факт, 2 могилки. И то я бодаюсь за то, что там заборы на кладбище упали. Бетонные. А там детский уголок.
И там задувает постоянно зима, там это ужас, что творится, да. Второй год я бодаюсь, чтобы мне восстановили забор. Они поставили забор, знаете, я, наверное, скоро подготовлю здесь фотографии, покажу, что было. Они мне обещали бетонные сдемонтировать, которые завалились, и поставить новые. В итоге что? Акимат, да, областной, выкладывает на своей странице с гордостью, да, я потом это продемонстрирую, с гордостью мы провели реконструкцию, вот, мое обращение им на страничку в Инстаграме, да, пишут, выкладывают, говорю, я приезжаю, там ничего не сделано. Понимаете? Там ничего не было сделано. Я им пишу, как так, ребят? Ой, ну это, я говорю, вы же, блядь, народ обманываете. Вы показываете, что вы молодцы. И при этом, это вот в апреле 22 года, по-моему, там страничка областной Акимат Акмолинский. И понимаете, да, они там это выложили. Бах. Вот с Астаны я ехал на прошлой неделе. Они там кое-как выставили. И то это вот Гайса у нас, Балжан, по-моему, зовут Акима. Да, и понимаете, да, и вот в чем сама ситуация, что какая идеология? Хрен с ним, вы с живыми не это, вы, ну, уже кладбище там как бы восстановите туда-сюда. Сейчас мне официально отвечают, я обратился, там есть программа электронное обращение, ЕОТНЫШ, да, в Казахстане у нас. Очень хорошая тема, очень хорошо поверю в ней. Но ты пишешь в министерство туда куда-то наверха. Это все спускается бумажка, да, вот по забору этому, по ограждению, которое они сделали из профлиста, который я подъехал, сразу болтается все. Я им сфотографирую, говорю, ребята, это не выживет. Я не знаю, сколько вы миллионов. И понимаете, между заборами они оставили где-то метровый промежуток. Я не знаю, сколько туда ушло денег, да, мне вот было бы интересно посмотреть на это, да, и ну, написали в ЕОТНЫШ, там спустили эту бумагу, величайший ответ пришел. Обратитесь в Шапогат Кокше, это вот те, кто занимается ритуальными услугами и так далее, да, они ответственные за это. Анекдот. 2 года назад, я приезжаю в этот шапогат, я говорю, ребят, мне там это надо. Директор шапогата мне говорит, это не в нашей юрисдикции, а в юрисдикции Акимата. Понимаете? Но меня за это можно сейчас поругать, наказать, подать в суд, что я вот так и разглагольствую, потому что нету официальной бумаги. А я сейчас как делаю? Да, у меня скриншоты, за Акимат я свободно говорю, потому что у меня есть скриншоты с перепиской Акмолинского областного акимата. Есть с акимом города переписки, скриншоты, да? То есть это у меня все есть. Но Шапогат я сейчас поеду, да, и буду их ругать, спрашивать с них. Вот смотрите, акимат пишет, когда там это восстановим, это кто ответственный, да, за это все дело. И вот я посмотрю, как они лбами там столкнутся, когда кто на кого пальцем будет тыкать. Опять же, у них какая-то своя там между собойчики, и они, как сказать, и они вот там друг на друга пальцами, да, когда начали вопросы неудобные задавать. Вот. Вот эта работа, да. Мы по просьбе граждан закрыли канализационный люк. А где ответственные люди, помощники, акиматы и так далее? Да, бдительность горожан. Ну, понимаешь, помимо того, что я должен платить налоги, страхование и так далее, там, отчисления, там, пятое, десятое, я должен ходить и тыкать носом акимату за то, что вы вот за этим не следите, вы с тех не требуете, вы с этих не ответ, ну, ответственности никакой это никто не несет, да? Вопрос большой. Как мы будем долго идти к этому? И вот здесь, опять же, вот про то, что мы, как я уже озвучил, ну-ка, у меня микрофон. Ага. Опять же, про то, что мы раньше жили племенами, сбивались, да, чтобы выжить.
прокормить себя, да? Там кто-то охотник, кто-то рыболов, кто-то охранник, кто-то там за женщинами смотрит, да, так скажем. Каждого был функционал свой, как муравейники, да? А сейчас этого нету у нас. Ну, блядь, упал там забор вон. Александр бегает, там свои сранки надрывает, бодается, ругается, да, с кем-то. А мы и так в стороне. Да, и самое интересное, когда вот этот родительский день Радоницы, да, в этот проваленный забор люди начинают ходить. Они не заходят через главный вход. Вот один пошел, и все туда. Это из моих наблюдений, на автобусной остановке стоят люди, да, а ты такой раз и резко в другую дверь пошел, и они всей толпой за тобой. Да, то есть вход там в переднюю, выход в заднюю и так далее, там, где как должно быть, да. Я вот давно уже в автобусе нет, но сам факт, да, остается. Они идут, или ты выходишь, да, там с какого-нибудь магазина, а он вперед тебя вот туда вот, вот ломится, да, не пропуская, я должен зайти. Потому что, ну, а я всегда задаю один и тот же вопрос, я говорю, а вы в автобус также заходите? Либо он начинает пальцы гнуть, что я в автобусе не езжу, да, ну, это закономерное правило, кто выходит из помещения, того и пропускают, правильно же, чтобы другой зашел. Я говорю, а если автобус, допустим, был полный, ну, надо, чтобы люди вышли, а потом другие заходят. Ну, это везде так, по идее, да, в метро. Нет, блин. Вот, опять же, мышление какое у нас, да? О чем мы думаем? Где взаимоуважение? Да, вот просто, я говорю, очень много вопросов, а так мало ответов. Вот. Поэтому, друзья, я говорю, надо жить дружно, надо помогать друг другу. Как вспомнишь там, там я не знаю, бабушке дорогу перейти помочь. Сейчас сигналят ей, давай там, старая корга, шпарь, ну. Чё ты там, блядь? Начинают сигналить или там свист из-под колес недовольными лицами. Дружище, а ты завтра какой будешь? Да, был такой момент, знаешь, один пожилой дядька стоит посреди улицы, там, ну, к уголку отвернулся и справляет нужду. Я отцу говорю, блин, пап, ты понимаешь это? Ну, это же как бы, ну, начал я критиковать этого пожилого человека. Он мне с другой стороны правильную вещь сказал. Говорит, знаешь, когда ты будешь его в возрасте, я посмотрю, куда ты ссаться будешь. А вот действительно, в штаны, не в штаны. И буду ли я в этом возрасте живой, да, так сказать. Ну, и тут очень много таких всяких мыслей по этому поводу, да. То есть, ну, как бы, не знаю я, не знаю, не буду ничего больше говорить, да. Но факт остается фактом. Это очень все плохо, это очень все печально. Да, вот по поводу медицины, так это вообще, про лекарства тоже я вот рассказал. Здесь, знаете, вот пока не пойдешь, да, вот вы с женой скандальные, да, нам в больнице сейчас говорят. Вы с женой скандальные, вы нехорошие люди, вы туда-сюда, пятое, десятое. Ну, почему-то мне сейчас лекарства выдают без каких-либо проблем, и они есть в наличии. У тещи онкология. Рак молочной железы, железу удалили и так далее. Дают препарат, который назначили. А, в первые там несколько лет лечили. А, как оказалось, мы поехали в Астану, отвезли, там она анализы сдала. Говорят, слушай, а неправильное лечение было назначено. То есть, я так понимаю, ну, делаю выводы, те люди, которые, ну, как бы... С онкологией это уже, ну, списанный биоматериал, по их мнению. Я, ну, это мое сугубо личное мнение, да? Опять же, мнение, да? Вот. Мысль моя. Вот. И мы пошли в эту, в облздрав, здесь туда-сюда, пятое, десятое. В итоге лекарства-то дали, которые назначили. А вот то, с чем мешается, грубо говоря, реагент, да, чтобы эффект дал, этого нету.
Я ему вот задаю вопрос, я говорю, слушай, а как у вас идет планирование лекарств? Буфер и так далее, да, должен же быть лекарственный буфер, который, вот человек, блядь, заболел, да, вот онкология у него. Вы же понимаете, у вас же должна быть аналитика, да, какая-то, сколько больных в год у вас прибавляется. Вы должны же держать какую-то подушку для того, чтобы, ну, блядь, чтобы эти люди бедные протянули, да, так скажем, годик-другой. Вот я к чему. И неправильное назначение лечения, да, отсутствие части лекарств, а не как был еще ответ. У нас оно есть, потом, ну, выясняется, оно есть, но для другого человека. Вот, просто вот тут, ну что вот, блядь, скажешь? Для другого человека есть, а для вас нет. Как? Что? Я не знаю. Это очень такие большие эти моменты, я не знаю, эти химии, не химии, пятое, десятое. В итоге вот, ну, теща, слава богу, ходит пока, но как долго, тоже вопрос. И вот пришлось за свой счет из, я не помню, то ли из Израиля, то ли откуда, лекарства эти заказывать. Там почти 1 000 000 тенге, да? Другой вопрос. Про мою ситуацию, да, то, что у детей спинально-мышечная атрофия была. Дети, к сожалению, не выжили, умерли, да? Другая ситуация. Есть там какой-то препарат, там, я не помню, Золгенсма или там еще как-то, я не этот. 6 миллиардов тенге. Вот на юге собирали, ребята вот там сплотились. Мне почему импонируют ребята из южных областей Казахстана. Вот у меня друг Еркебулан, он из Кызылорды. Молодец, вот он, сколько мы вместе работали, вообще четко все было, все. Вот, ну, хорошие люди. Опять же, я не то чтобы там разделяю и так далее, но вот был случай, имело место быть, это ребята собрались, 6 миллиардов отдали, ребенку начинают покупать лекарства. Его потом внедрили, я не знаю, как они продавили всеми правдами и неправдами, но сам факт, вот этот препарат, он в Казахстане не зарегистрирован как лекарственное средство. Вводится там в позвоночник, да, СМА это спинально-мышечная атрофия, ребенок сам не дышит, спинку не может держать и так далее, и так далее. Это по первому типу. По второму еще это, ну, в таком уже там более взрослом возрасте ребенок. Вот, то есть у нас это грудничковая была, да, болезнь. И получается, вот ты 6 миллиардов там, допустим, да, мне позвонили добрые люди, говорят, Саня, все, вот телефон московской там клиники, я не помню уже какой, отправь это первой дочке результаты туда-сюда, а уже третий месяц ребенок находился под ИВЛом. Мы тебе санавиацию найдем, мы ее транспортируем в Российскую Федерацию. Тогда я отправляю результаты, а мне говорят, у нее легкие слиплись от ИВЛа. Все, у ребенка нет легких, грубо говоря, она на этом ИВЛе лежит и все, она сама не дышит. Помимо того, что они там несколько месяцев ждали, когда мы найдем какого-то врача, который пока поставит этот диагноз, нам еще пришлось вот так вот. В итоге ребенок уходит из жизни. Я прихожу, парень в молодой врач, там полчаса ее реанимировал, пятое, десятое. Парня уволили. Я вот сейчас уже, пройдя сколько, 3 года, да, 4, я просто вот задумаюсь, да, блядь, не того-то вы уволили, а тех, кто там был заведующий или детской реанимацией. Я не говорю, как был момент, когда ребенка из перинатального центра тайком от матери, да, я, ладно, там отец туда-сюда, транспортировали в детскую областную уже, то есть там по истечению определенных это избавились.
вам присутствовать нельзя было, туда-сюда, бежали там за скорой, да, в слезах. Все, они избавились, чтобы перинатальному центру не было вопросов, все, то помрет, помрет в рот компот. Вскрытие ребенка проводилось там, в 6 вечера мы ее похоронили только. Вот. То есть, это вот касаемо идеологии, касаемо разобщения нас в том или ином моменте. Тут можно много часами говорить, да, о справедливости, о несправедливости, что хорошо, что плохо и так далее. Факт остается фактом, что недавно ехали в поезде в Астану. Попалась женщина, взрослая, татешка такая уже, в возрасте. Она говорит, я работала сельским акушером, фельдшером. Ну, что-то такое. Она меня так подобняла, такая теплая, теплая рука у нее прям это. И говорит, знаешь, раньше рожали кукурузное поле, бензовоз, К-700, сеновал, где зачинали, там и рожали. Ну, балдеете. Болезней не было. Болезней не было. И вот таксикалы, как кто таксует, очень мудрые такие дядьки, они рассказывают, ну, мы знали там в детстве, что, ну, там умер дедушка, умер бабушка, умерла, да, пожилые люди, да, ну, то есть они свой век прожили, это все прошло, и мы никогда не слышали, чтобы кто-то из подростков умирал от какой-то болезни, детей, и так далее, ну, то есть, как бы, все равно же, как бы там система, ну, та же советская не скрывала бы это, все равно же этот сарафанное радио-то работает. Не было такого. А сейчас налево-направо, там подросток, там дитё, там это. И а дальше что? Кто какие действия предпринимает, чтобы это снизить все? Вот. То есть, все, что я хотел сказать на сегодняшнем стриме. Надо идти дальше. Читать книги, просвещаться, делать свои дела. Вот. Всем ребятам на ТикТоке спасибо. Я прерываю стрим, отключаю. Большая благодарность всем. Думаю, к вечеру подготовлю материал еще какой-нибудь. Вот. А те ребята, кто у меня здесь на Твиче, в ВК Плей и на Ютубе, да, я хочу подготовить. Я сейчас посмотрю, мне стечки на забанят, нет. Второе предупреждение влепят, нет. Но в любом другом случае у меня есть на ТикТоке ссылка, на Ютубе ссылка в ТикТок. Можете посмотреть, подумать. Интересно ли мое, мой контент или нет. Всем спасибо, друзья. Вас люблю, целую. Подписывайтесь, жмите лайки.